Всем привет! Вы на канале, где обсуждаются последние события фигурного катания. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Власожар родила сына. А об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Наша семья стала больше на 3 килограмма 950 грамм и выше на 55 сантиметров. Мой родной, мы все тебя так ждали. Спасибо любимому Максиму Дранькову за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно. Ощущение, что хочется обнять весь мир. Устали, но счастливы, написала Власожар. Напомню, что Власожар и Траньков состоят в браке с 2015 года и воспитывают дочь Анжелику. Во время спортивной карьеры Власожар и Траньков выступали в паре и стали двукратными чемпионами Сочи, взяв золото в личных и командных турнирах. Также спортсмены являются четырехкратными чемпионами Европы и чемпионата мира. Давайте вместе поздравим пару с пополнением в семье в комментариях.